Всем привет, меня зовут Курбатова Евгения, мне 34 года, я из Башкирии, город Стерлитамак. Хотелось бы вам рассказать историю о нашей поездке на море. Как-то раз с семьей, с мужем и двумя детьми, мы на машине собрались путешествовать и доехать своим ходом на море в Сочи. Первая наша остановка была в Волгограде. Мы решили, Волгоград, давайте покатаемся на теплоходе по Волге. Сели мы на теплоход, только тронулись, я думаю, что-то совсем меня скрутило. Побежала в поисках туалета. Ну, на теплоходе туалет так себе. В общем, скрутило меня так знатно, что всю поездку на теплоходе я просидела на унитазе. И весь отпуск на протяжении 2 недель меня крутило так, как не крутило никогда. Муж говорит, нифига, как на тебя действует акклиматизация. То есть нам же нормально, почему у тебя так? И как бы в этом году мы опять собираемся в путешествие на море на своей машине. И уже в этот раз хотели бы подготовиться основательно, чтобы отдыхали все, в том числе и я, но не на унитазе, а на море. Поэтому хотелось бы попросить у вас помощи, чтобы вы помогли собрать аптечку для путешествий. Буду рада, если вы мне поможете. Спасибо.